Здравствуйте, я Богатая Александра. И однажды я прочитала книгу «Эгоистичный ген» Ричарда Докинса. Тогда у меня вот осознание пришло в голове, что я хочу поступать на биолога. Моя научная деятельность, научная работа в университете была связана с разработкой биопластиков. Наша разработка хороша тем, что полигидроксиалканаты – это биополимеры, из них действительно можно делать различные упаковочные материалы. И самое главное – это то, что они полностью биоразлагаются. Для того, чтобы двигать человечество вперед, это серьезно относиться, в принципе, ко всем базовым фундаментальным наукам.